Ну, вот это просто обычные таблетки катерпин. Они вообще от кашля. Вот они предназначены вообще от кашля. Но здесь существует, в состав входит кодеин. Вот я, допустим, сейчас выпью не целую пачку, а я выпью только 5 таблеток. И потом 5 таблеток выпью еще вечером. А когда, конечно, я покупаю, если раствор, ну, опиаты, то тогда я таблетки не пью. Я вообще колю это только из-за прихода. То есть все остальное мне... А в принципе там больше остального ничего и нет. И причем такая ширка была, что можно было лежать и 2 часа, и 3. А то и 4. Все, да, и все 4 часа тебя вот так вот просто как по волнам. Вот ты хочешь встать, а не можешь просто, потому что тебя обратно кидают назад. Thank you.
так свою жизнь и прожили. И вроде бы так есть что вспомнить, ну а толком рассказать нечего. Все именно так, в серости какое-то прошло. Хочется хорошего, но его нет тоже. А я была, умерла и воскресла, потому что пошла к Богу, и Господь дал мне, и сейчас дает силы. Все-таки считаем, что смех продлевает жизнь человека. Мы себе смехом продлеваем жизнь, а наркотиками укорачиваем. Thank you.
вот так. Ну, то есть, вот мне стоит сказать такое, и я все. Я буду жить одним днем, действительно. Для меня завтрашнего дня не будет существовать. Просто я не хочу этого. Здесь получается, ну, мое обычное нормальное состояние. Только вот для этого нормального состояния надо еще что-то употребить. Закрыла дверь? Да, по-моему.